просто кошки эти. Да, зеленые. Надо ускориться. Ну это не матрос, а кошки. Ну а это дворами. Дорогой не хочу. Пыль, машина. О, и впервые здесь там же. Еще и зеленый свет. Бабуси у подъездов. Все как раньше. Сейчас я на матроса кошки вот это найду. Матроса, моего друга матроса. Рали, посмотри, как живет Винница. Дима приятный парень такой. Деликатно, корректно отвечает. Потому что живет в хорошем месте, в районе. Доме. Какая хвост. Вчера я тут как-то ехал, не здесь, не здесь. Ну, не вчера, а позавчера с прошлых стрел. Красиво видео с катера вышло. Ой, класс. Как бы его еще на отрезке сделать под музыку. Ой. Где это я выехал? Все, ясно. Матроса кошки. Точно. Та самая улица, только она уже более подвижная. Узкая. Машина есть, но... Заехать в этот белый магазин. Заеду сейчас. А я тут надо. Блин, ну как вот разойтись? Вот еще. А, я хоть этот магазин посмотрю. Ой, блин. Yeah.
Сичник казал. Веломагазин, не скажете, где-то здесь? Веломагазин. Кого? Веломагазин тут. Веломагазин? Да. Вот здесь вот где-то. Ладно, сейчас найду. Или... А, наверное. А вот тут, вот он, веломастер. Кажется, к ним заехал. Привет, 200 лет. В нашем районе. Ищу веломагазин. Где вот этот веломастер? Ахирова. Он написано. Все мне ему советуют. Телефон звони, спрашивай где. Ой, блин. Так хочется зайти быстро, раз, а два. Тут, думаешь, а это твой район. А он, думаешь, есть? Ну, есть, конечно. Что, я велики не ремонтирую? Нет, ты можешь просто рекламу. Не-не, есть, все говорят. Есть, да? Да, сейчас я найду, кружок сделаю. Давай, давай, всего хорошего. Молодец. Давайте, пока я белый ищу. Вот. Скажи, пожалуйста, веломастер здесь вот магазин? С той стороны, не как это попасть. А, с той стороны. Хорошо, благодарю. Это в чем здании, ну хорошо. Вот в этом здании? Да. Я. Там он на первом, да? Да. Мега. Вот здесь он. Блин, как же велосипед показать?